Сейчас посмотрела видеоролик «Мертвые русские, хорошие русские». С дрона видео снято. Короче, двое орков тащат, оттаскивают, помогают ползти третьему орку. Он на спине и отталкивается одной ногой, чтобы ползти, ну, как бы помогать своим сотоварищам. А вот эта нога, которая не действует, она у него, вот там есть сапог, явно отдельно от туловища. То есть она как-то еще заправлена, но уже не его нога. И в итоге он ее теряет. То есть по дороге сапог отделяется от тела. В общем, короче, половины ноги нет. Ну, так вот вопрос. Ну, хорошо, вот он отдал ногу. Он возвращается домой. Он сидит на паперти, на улице. Подайте Христа ради. Но никто ему ногу не будет делать. Там огромное количество орков сейчас вернется без ног. Вопрос. Что может быть ближе ноги для человека? Ну, никак не земля Украины.